И вот вся эта великолепная картина, полная шуток, звезд, как вы говорите, 3 года работы рубанком над сценарием, с огромным грохотом провалилась в прокате, собрав 137 миллионов при бюджете 85 миллионов. То есть... Ну, я помню, где-то я читал когда-то давно, там, когда бумажная пресса еще была, что Арнольд пошел на премьеру, или не на премьеру, там на какой-то это показ, когда его уже все собрали и приготовили, вздохнул и сказал, что больше 80 миллионов кино не соберет. Ну, ошибся, конечно. Там... Собрать им надо было просто, если кто не понимает, что надо минимум в 2 раза больше собрать. Нет, это у нас. Это у нас половину забирают кинотеатры. Так сложилось. А у них 10%. Кинотеатры живут по большей части с продажи всякого хрючела. Вот попкорн, лимонад и прочее. Начосы, фигачосы у них не так. Это раз. Во-вторых, это разные прокаты. Есть прокат на территории США, есть зарубежный прокат. В какой-нибудь там Малайзии, где живет там 300 миллионов человек, там тоже нормальные деньги собирают. Там тоже везде эти могут быть разные соотношения между сколько забирает кинотеатр, да, сколько отдают киностудии. И в эти 85 миллионов бюджета еще не входил гигантский рекламный бюджет. Гигантский рекламный. Вот как раз в биографии гражданин Шварценеггер пишет нам, что они 20 миллионов потратили только на Бургер Кинг, чтобы только там отсюда. Я помню, самое выдающееся, что там название фильма Last Action Hero был написан на стартующей ракете в космос. Это типа там вообще. Но это обошлось, как говорят, не очень дорого. Всего 500 тысяч. На краску только. Не, краски-то там дофига, ну и само по себе это дорогое удовольствие. Но 500 тысяч по сравнению там с 36 миллионами, которые они потратили на какой-то парк аттракционов, это далеко не все. То есть там мог быть бюджет на рекламу сравняться вполне с бюджетом самой картины. Ну, так бывает, да. Это, кстати, всегда проблема, потому что никто зачастую никто не говорит, сколько денег ушло на съемку, а сколько ушло на рекламу. Его не включают. Да, все это говорят вот вместе, и хрен поймешь, что это такое. А бывает наоборот. И поэтому иногда указаны бюджеты, допустим, от 60 до 120 миллионов. Yeah. И что вот это среднеарифметическое брать, типа 85 какой-нибудь. Еще дополнительных сложностей добавило то, что предпоказы были неудачными по ряду причин. Там Sony запускала новый звук. Этот фильм сразу начали делать на новый там СС, какой-то он там был. И части фраз просто не было слышно. То есть были ошибки с звуком. Да, его пытались исправить, то есть экстренно там принимались меры. И Шварценеггер, и МакТирнан, они оба упоминают, что вот надо было по-хорошему перенести. Ну, понятно, это постзнание. Может, это тогда выглядело. Ну, как-то раз я помню, меня Тимур Бекмамбетов пригласил, кино какое-то у него про космос было, чего-то там, Союз, чего-то там, не помню. А места оказались, там колонки вокруг стояли по залу. Зал не киношный зал, при гостинице Пулковская. Мы сидели возле колонки. Она все время орала там этими ракетными двигателями, еще чем-то там. Я 2/3 фраз не расслышал. У меня кино сложилось вот такое мнение. Когда посмотрел со всеми фразами, сложилось прямо противоположное. Представляете? Обидно. Ну, в общем, и у режиссера, и у главного актера встречаются упоминания, что вот передвинуть бы было хорошо, и что они оба это просили. Но, с другой стороны, студию тоже можно понять. Рекламный бюджет подписан, главный блокбастер лета, денег вбухали дофига. Куда вы его там на август потащили? Было принято решение выпускать, поскольку Шварценеггер был мегазвездой. Настолько большой величины, что казалось, ну, он-то вытянет в любом случае. Но случилось непредвиденное. Страшное. Страшное. За неделю до этого вышел «Парк юрского периода» Спилберга, который при бюджете в 60 миллионов собрал, приготовьтесь, больше миллиарда долларов. То есть, там более того, там был, по-моему, 1 100 000 000. И, возможно, вот сложись оно чуть-чуть по-другому, потому что 137-то миллионов тоже много, просто надо было за 200 выйти-то по-хорошему. Вышли бы они в разное время или Шварценеггер чуть пораньше. Все знают, когда кто выходит и кто это так поставил, кто такой умный, вот так вот против поставил. Тут это надо для тех, кто там в этом кинобизнесе, примитивно объяснить, что вот у тебя кинозал, в нем, например, 10 залов, это мультиплекс, и у тебя вот 2 таких фильма. Вот на этот, как это говорят, биток, то есть зал все время набит, у тебя самый большой, выделен вот под этот фильм. А вот на этот приходят по
ну, в среднем, там, грубо говоря, там по 20-30 человек. Здесь 400 сидит, а тут по 20-30 человек. И тогда 2 зала, 3 зала, 4 зала, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И везде у тебя идет тот фильм, на который идет народ. Происходит это вот натурально там, в течение одного дня. Ну, а что ты хотел? Ну, если здесь мы деньги здесь зарабатываем, и не это. Да, есть контракт, да, на фильм никто и не пришел. Так тебе, честно глядя в глаза, скажут, потому что мы деньги здесь зарабатываем. Ну и именно, вот именно поэтому против таких релизов вставать нельзя категорически. Все за это страшно переживают. Это надо. Ну, любой фильм, как правило, собирает деньги 3 недели. Вот в 3 недели зазор должен быть. А если что-то вот как «Парк юрского периода», это же был первый фильм про динозавров. Из чего родилась франшиза? Франшиза – это мечта любой кинокомпании. Мечта, чтобы был какой-нибудь «Крепкий орешек», «Индиана Джонс», «Пираты Карибского моря», потому что каждая следующая серия там натурально как комбайн бабло гребет все время больше, больше, больше. Это очень круто. Когда франшиза... Прогнозируемо. Yeah. Ну, а тут вот не получилось франшиза из «Последнего киногероя», а из «Парка юрского периода» получилось. Досадно. В интервью МакТирнана 93-го года там прям есть фрагмент, когда барышня-интервьюер спрашивает, а вы вот не боитесь, там вот Спилберг, динозавр? Он говорит, вы знаете, в прошлом году, вот вспомните, сколько хороших фильмов вышло, все купились, ну, надеемся, видно, что они стартовали хорошо, надеемся, что мы тоже так же нормально соберем. А грустная ирония в том, что сперва-то Шварценеггер приходил к Спилбергу, чтобы он взял этот сценарий. Спилберг, так получилось, он не виноват, он-то его и затоптал, этот фильм. Спилберг даже как-то говорил, что у него вот сожаление, что конечно, именно оно жаль. Так сложилось. Кино и причем, хорошее. Да, в этом, если посмотрели, первому игроку приготовиться, то когда гонка идет по улице, они проезжают мимо кинотеатра, там кинотеатр, в котором идет Джек Слейтер. Да, номер не помню, да, какой да, там, да. Типа третий или пятый. Также сам Шварценеггер говорит, что на смену боевикам шли фильмы другой формации. На смену «Крепкому орешку» спешил Форрест Гамп. Вообще, в принципе, шло изменение, то есть старый рок уходил, старые боевики уходили, там вместо AC/DC подростки начинали слушать Курта Кобейна, то есть ну, менялась ситуация. Песню «Rape Me». Да, но думаю, гораздо-гораздо сильнее оказало воздействие то, что сменялась правящая партия в Соединенных Штатах Америки. И после Рейгана и Буша к власти приходили демократы. В частности, Клинтон, которого выбрали в январе. И свободное общество поднимало голову в надежде, кому можно вцепиться в горло. Власть переменилась. Сейчас мы быстренько припомним все обиды. Зарождалась так называемая культура отмены по-русски. Травля. Еще надо заметить, что Голливуд у нас находится в Калифорнии. Да. Калифорния – это очень демократический штат, как мы знаем. Да, да, да. Помните, когда мы прилетали на Е3? Там сперва стоял в аэропорту Лос-Анджелеса. Сперва стоял Обама. Я первый не раз когда... стоял, а на стенке висел портретик. Портретик. А когда мы прилетели и выбрали Трампа, там был черный квадратик. Да, отдельно развесили. Я сперва не понял, что это, а потом да ёлы-палы. Да. И эти люди нам что-то рассказывают про товарища Сталина, у которого там на фотографиях кого-то стирали. Сами поди и стирали, блин. А Шварценеггер на тот момент уже заявлял о своих политических амбициях. Амбициях. И как бы зачем поддерживать конкурирующую партию? Если вся там пресса, она сплошь держится демократами, зачем они будут поддерживать республиканцев? То есть, интернетов не было и твиттеров, а лидеры общественного мнения уже были. И если кино получит большой успех, мы помним гениального совершенно актера Роберта Де Ниро, все роли которого 90-е годы там, затаив дыхание, все смотрели, и круче актера не было на планете Земля вообще. Алонсо Мозли, блин. Не было никого круче. И вдруг выборы Трампа. И тут гражданин Де Ниро открыл рот и, оснащая речь трехэтажным матом, несет какую-то политическую ахинею. Блин, это ты, что ли? Да, это я. Да, деньги платят. Я вот тут, понимаешь, выступаю. Как наша Алла Борисовна Пугачева. Где, кстати, она? Кстати, где она, да. За Михаила Прохорова. Я считаю, там туда-сюда. Ну, совершенно здраво. А зачем ты нам такой нужен, лидер общественного мнения? Зачем тебе вообще это общественное мнение передавать, чтобы ты на него влиял? Кроме того, повод есть. Нет. Сейчас мы тебе... Так, да. Вот. И? Ну,
А это у него написано, это не твои, так сказать, эти домыслы. А... Но буквально в следующей главе, то есть это 93-й год, когда в Белом доме обосновался Билл Клинтон, мое имя в Вашингтоне больше уже не было окружено золотым ореолом. Это январь 93-го. Да. Фильм вышел в июне 93-го. Еще до официальной инаугурации Донна Шалала, новый министр здравоохранения и социального развития, попросила меня освободить должность главного специалиста здорового образа жизни. Ну, то есть, видимо, это была специально созданная должность для Шварценеггера, да, как да, мегазвезды. Да, да. Там и... самое заметное из этого было то, что у нас, во всяком случае, там озвучивали и писали, что он разъезжал по тюрьмам везде, значит, там давайте это... оборудование для бодибилдинга, всем по гантелям, штангам, занимайтесь, здоровый образ жизни. Там, конечно, полиция, то есть это местный ГУЛАГ заволновался, что куда вы этих кабанов тут выращиваете, к нему подойти страшно. И это правда, если человек там, я не знаю, пару лет взрослый мужик позанимается, то, в общем-то, стрёмно подходить. Им это не нравилось, а потом раз. И все, единомоментно, до свидания, всего хорошего. Берите, там пишет, блин, что еще дофига работал с этими, с подростками. Со всеми. Районов. Нет, это было яркое, так сказать, что не забывал даже про тюрьмы. А так-то понятно, да, там площадки в каждом дворе, давайте, занимайтесь. И при всем этом фигура Шварца объемная, она и правда вызвала огромный всплеск интереса к спорту. Конечно. Это не трусы поверх колготок, да. Это действительно полезное для детей. Это... Да. Лидер общественного мнения правильно употреблен, так грубо скажем. Да. И вот министр здравоохранения новый, еще до инаугурации нового президента, сообщает малоизвестному актеру Шварценеггеру: вы участвовали в избирательной кампании Буша. Мы вас терпеть не можем на посту председателя президентского совета. Освободите немедленно. Вот. То есть, я думаю, что он просто не может сказать, что это было частью какой-то политической разборки. Да. Фильм собрал мало. Есть повод тебя укусить. Сейчас мы на тебя всех собак спустим.